утро, 9 марта, мы уже заправляемся на заправке на Альянсовской. Рабочий день начался, город Хабаровск, мы продолжаем находиться в городе Хабаровске до воскресенья. Все, мы заправились, сейчас отправимся по магазинчикам, такое что приобрести. В принципе, погода неплохая, ну, мы продолжаем наше движение. Продолжаем гулять по магазину. Огромнейший ассортимент, как я говорил, товаров. Ходить смотреть нужно очень долго. Мороженое, отдел напитков, кетчупы, уксусы, все что хочешь, короче, есть на любой вкус. Ну вот, погуляли мы вам по магазину Реми, вышли с него. Здесь реклама даже магазина, которая подсвечивается красиво, зазывая покупателей в свой магазин. Улица Краснореченская, утро, 10 часов, народ еще... Кое-кто не добрался на работу, торопится на работу. Кое-кто, как я, с утра отправился в магазин заправиться товаром, как говорится. Магазин этот открылся месяца 8 назад. Совершенно новый магазин, хороший, современный, приятно посмотреть. Ну, вот так мы сделали круговой обзорчик возле этого магазина. Сделана хорошая парковка. Довольно такая приличная, ну, днем она практически вся занята. Я сколько раз проезжал, не заезжал, потому что машин все равно заезжает много. Город большой, транспорт, видите, сколько. Ну, такие вот дела. Сыр города Хабаровска, Краснореченская. Какие видны, видите, котельная или что там у них, теплоэлектростанция, не знаю, не скажу. Надо посмотреть в интернете, поинтересоваться. И микрорайон, где мы проживаем. Утро, суббота, пасмурный снег, вчерашний, вернее, пасмурная погода, вчерашний снег у нас немного подтаял на дорогах, слава богу, гололеда нет, вчера утром съездил и целый день никуда не выезжал, был страшный гололед, не хотелось ездить, поэтому как-то так, отвез внука в колледж, возвращаюсь домой. Настроение нормальное, только немножко погода пасмурная, но ничего, в принципе, все хорошо. И главное, на улице плюс 1 градус, это самое главное, это хорошо, тепло, не минус 35, как было 2 месяца назад, приезжали на другой город. Совсем не хотелось такой погоды, а сейчас уже хорошо. Сейчас нужно заехать мне в магазин, посмотреть кое-что прикупить. Так, там желтый не прозевает. Все, стоим. Стоим, ждем. Машин сегодня немного, как видно, с утра, потому что день выходной. Эта неделя у нас была вообще короткой. 8 марта, праздник, поэтому
неделя оказалась рабочей, совсем короткой. Нормально. Отдохнут люди 2 дня, а потом опять на работу. Не знаю, мы, может быть, завтра, если получится, поедем уже домой. Году, не знаю, 5-6 лет, 7 лет назад дочка присылала мне фотку, что это видео, когда медведь гулял по этому магазину. Вот такое чудо было здесь. Хабаровчане-то помнят, знают. Смотрим. Ну вот мы и приехали. Итак, друзья мои, мы опять в городе Хабаровске. Продолжаем. Заехал на улицу Ворошилова по делам. Дела сделали. Сейчас будем двигаться ближе к дому. Поедем ближе к дому. Так, здесь не знаю, выеду, нет. Ну, смотрю, автобусы ходят. Попробую на Красноречинскую здесь выехать. Ни разу здесь не был, в этом микрорайоне. Все новое, как говорится, неизведанное. Повернем налево. Кроме там сейчас зеленый. И будем выдвигаться налево. Автобусы здесь ходят. Пасмурно. Но сверху не сыпет и не капает. А это уже даже очень-очень хорошо. Не сыпет и не капает сверху. Меня это устраивает на все 100%. Опять нет. Думал, хотел сказать красный. Переключился уже на зеленый. И мы движемся дальше. Ну, здесь я не ездил в Хабаровске, но нужно везде поездить, изучить. Город-то большой, не маленький. Езжу уже по центру. Красноречинская, Павла Морозова, Ленина, Карла Маркса, Уссурийский бульвар. Сегодня говорил или нет, на зиму закрывал у машины радиатор, сегодня открыл,
что уже тепло, уже не хочется, чтобы машина перегревалась. А то будем ехать куда-то далеко, забудемся, не посмотрим, а можно перегреть машину. Поэтому сегодня открыл радиатор, будем уже ездить с открытым радиатором. Мороза уже нету, так что нормально. Опять повернул за машинами. Но направление Красноречинское, ну не знаю, выйдем, нет, было нарисовано, что здесь главная дорога такая. Да, я думаю, мы должны выехать. Уже буквально чуть-чуть осталось до Красноречинска. Это Вологодского или сейчас прочитаю. На доме название улицы. Вологодская, точно. Ух, как он! Посмотрите, что он вытворяет на гололёде. Да, здесь старый микрорайон. Довольно-таки старый. Улица Аксёнова. Ну, хоть поезжу, узнаю, как говорится. Где какие улицы.
культуры какой-то, что ли. Смотрите. А вот этот ТЭЦ, похоже, это я вам показывал с окна своей квартиры, ну, квартиры моих детей, вернее. Далеко-далеко она видна. И вот с окна я вам показывал. Сейчас мимо проехал. Опа. Ну да, сегодня мы забрались тут в чигиря конкретно. Ну, по делам ехал по навигатору, а сейчас решил так. Я уже говорил, проехать, посмотреть. Ну вот мы уже и добрались до улицы Краснореченская. Сейчас повернем мы направо и поедем. Здесь мы уже знаем все. А это узловая, ехали по узловой. Так, нам зеленый, зевать нельзя. Трамваев нет, и мы поехали. Выехали мы на Краснореченскую, добрались и едем домой. Отлично. Все. Здесь нам не особо далеко. Сейчас доберемся. Будем заниматься домашними делами. Магазины уже работают, тут большой магазин, со двери проехали. С утра, суббота, воскресенье, неважно, работаем. С раннего утра, молодцы. Так. Хорошо, что дорога сухая, прямо аж нравится, очень даже хорошо. Вот нет этой маквы. Машинки грязные после вчерашней погоды. Надо мыть. Но мы уже будем мыть, когда приедем домой. Здесь уже мыть смысла нету. Приедем домой, посмотрим там погоду. И тогда уже, наверное, помоем дома. А то тоже уже не неделю машина не мытая, грязненькая. Перед тем, как ехать в Хабаровск, помыл. И все. Хорошо, широкая улица Краснореченская. Говорю, сегодня не рабочий день, машин не так много. Большого трафика нету. Ехать одно удовольствие. По городу, не знаю, удастся снять завтра что-нибудь еще или сегодня, наверное, навряд ли. Так что благодарю всех, кто смотрел, всем огромное спасибо.